русской армии было три по-настоящему больших и по-настоящему славных похода на Запад, когда нашего русского солдата Европа встречала как освободителя. В 1945-м мы выгоняли со своей земли немцев во главе с Гитлером и победили его. В 1812-м гнали французов во главе с Наполеоном, победили и его. Но был еще один поход 1799 года вместе с Суворовым. И вот тут многие из нас вообще толком не знают, куда ходили, кого освободили и вообще, зачем пошли за 39 земель. А ведь в тот раз мы ушли куда западнее Берлина и едва не дошли до Франции. Причем никакого врага со своей земли в тот раз мы не выгоняли. И в этом смысле суворовский поход благороднее иных походов. Ведь тогда русский солдат пошел в Европу для того, чтобы помочь другу. И главное, по просьбе друга. Правда? В тот момент мы не знали, что этот друг нас предаст, обманет. И в итоге русским солдатам едва ли не босиком придется пересекать Альпы. Today we're going to recreate the feat of General Suvorov's army step by step. We're going to walk the Alpine path of the great general. And it will not be an easy hike across the sights of military glory. We intend to experience everything our soldiers experienced in the Alps. Мы примерим на себя форму солдат того времени и расскажем, каково это заночевать в горах на высоте больше 2000 метров в мокрой шинели, без всякой надежды на огонь и тепло. И, наконец, все эти эксперименты мы честно проведем не просто в Альпах, а на тех самых мостах, на тех перевалах, где и в самом деле шли наши солдаты, для того, чтобы вы смогли понять, каково это пережить все трудности и тяготы суворовского похода. Итак, в эфире новый проект телеканала «Звезда», военная приемка «След в истории». Combat approved. Mark on history. Россия, Санкт-Петербург, Русский музей. Именно так, по картине Сурикова, переход Суворова через Альпы, мы и представляем себе переход Суворова через Альпы. На самом деле, полотно было написано к столетию знаменитого похода, когда никого из очевидцев живых уже не осталось. Но полотно показали главе государства, императору Николаю II. Государь сюжет одобрил. Суворов на белом коне, рядом преданная ему армия. Кажется, солдаты вот-вот свалятся друг другу на голову. However, art experts have an issue with this picture. Too often do we see this face with a bushy mustache. They believe the artist wanted to cut corners and did not hire enough models. And historians wonder why all the soldiers look so well-groomed. Not a single hole in their jackets, not a single torn button. Или взять, например, обувь. Ну, полбеды, что художник неправильно изобразил вот эти армейские штиблеты. У него они ниже колена, хотя в жизни было выше, куда важнее другое. Место, которое изображено на картине Сурикова, это, по сути, финал альпийского похода. И к этому времени не то, что солдаты, многие офицеры давным-давно шли вот в такой самодельной обуви, сделанной из шкур на манер индийских мокасин. But that's not the worst of it. There were not enough raw hides to make shoes for all the troops, so some of them had to walk this hellish route barefoot. Sure, they tried making foot wraps, but these did not last very long. Вот он, перевал Паник, с высоты 2500 метров. По пути несколько вертикальных стен. Именно здесь происходило то, что изображено на картине Сурикова. Now look around. Do you think horses could have crossed these mountains?
Sure, Suvorov was able to do it because he had Cossacks watching his horse all the time. But the majority of the horses were simply getting pushed down the slopes. Лошадей наших не только с вьюками, но и простых сводить было невозможно. Их ставили на самый край пропасти и сзади сталкивали воную. Иные оставались безвредны, но многие ломали себе шеи и ноги. А что касается людей, слабейшие силами упадали, желавшие отдыхать садились на ледяной уступ и засыпали тут же вечным сном. Все почти оледенели, едва двигались и боролись со смертью. То, что вы услышали сейчас, это не художественный вымысел, а исторический документ, фрагмент дневника капитана московского гренадерского полка Николая Грязева. Николай Грязев лично участвовал в Суворовском альпийском походе и написал там два тома вот таких сочинений. Свой дневник он так и назвал «Мой журнал». Андрей Мерзликин plays Captain Gryazov in our documentary. Николай Грязев was a man of incredible vigor. Almost every day he would take up his quill to describe how the army was fighting and surviving out there. We all know that Suvorov led his troops through the Alps. However, few of us realized that it was not a single up and down march. The Russian forces had to climb and then descend from seven mountains while walking their horses, carrying their autocannons, and being waist deep in the snow. They were cold. They were starving. They had no warm clothes. They had to traverse the windy slopes that often take the lives of modern day climbers. The Russian army had accomplished a triumphant march across Europe. It was led by a general who had not lost a single battle at that time. So how did it end up in such a predicament? And how did the army manage to escape this hell? You're about to find out. Suvorov's Alpine March, 200 years later. Part 1. All right, let's start from the very beginning. Switzerland. This is the village of Ponte Teresa. Entering any cafe will make it clear that this village is located on the Swiss-Italian border. On September 4th, 1799, which would be September 15th according to the Gregorian calendar, the Russian forces led by 69-year-old Field Marshal Suvorov crossed the Italian border. Конечно, это была проблема, когда в такой маленький город с населением всего 800 человек приходят вооруженные люди. 20 тысяч солдат. Именно столько было русских на входе в Альпы. Но должен сказать об одной вещи. Незадолго до прихода Суворова сюда прибыл австрийский принц Рохан, который уже обворовал, так сказать, местных жителей. Поэтому Суворов в Понте-Треза не нашел ничего. Here is the list of all the looted property. It looks like the one that the dentist from Ivan Vasilievich changes his profession had. Two movie cameras made in Russia, two imported jackets. Одна чайная ложка, хлеб, 8 батонов. They took everything the locals had. Один зонт, одна тёлка пятимесячная. They took everything up to the last pair of underpants. Этих документов тут полсотни, то есть были обобраны практически все семьи города. Previously, Suvorov's troops were also believed to be looters. But now, we know for sure our soldiers had nothing to do with this barbaric act against society. Ну, Суворов. Нет, здесь, если видишь, было написано «Имущество похищенного армии, которая была под командованием принца Рохана». Это была армия, которая пришла сюда раньше. According to the papers, the Austrian looting spree took place in June, and the Russian army arrived there only in September. More importantly, Suvorov strictly banned any kind of looting. If you ate or drank in a tavern, you had to pay the owner. To that end, all that remains to tell us of Prince Rohan's march through Ponte Teresa are these loan certificates. But our army had its banner put in a museum.
Мы сначала думали, что это накидка для лошади. Но потом разобрались, и выяснилось, это флаги. Их Суворов оставил коммуне как знак благодарности за гостеприимство. Итак, именно отсюда, из швейцарского городка Понте-Треса, где есть ощущение юга, где растут пальмы, мы начинаем наш путь дорогой Суворова. И эту дорогу мы пройдем с современным швейцарским Суворовым, исследователем биографии великого полководца Вальтером Геллером. Вальтер, Вальтер, куда мы едем сейчас? Мы едем сейчас прямо на север, в таверну. Да, в таверну. Вот обратите внимание, и время года выбрано не случайно. Осень, созревает хурма. Можем ехать. We're going to explain in detail what the taverna is, and why Gryazev wrote that the Germans revealed their vile nature there. But first, we have a long road ahead. We're going to do our own crossing of the Alps. So far, we fit all the requirements. It's fall, and we have our own Swiss guide. Walter Geller is not just a random guide. He is the founder of the first private Suvorov Museum in Switzerland. Curiously enough, he kind of looks like Suvorov. That is why, besides being our guide, he's going to play the general in this documentary. This means that apart from our Swiss adventures, he's going to travel to Russia, the motherland of his idol. Frankly speaking, the similarity of their appearances is questionable. Despite the fact that Suvorov had a lot of portraits painted over the course of his life, nobody truly knows what the general really looked like. Это первый прижизненный портрет Суворова. Да, Суворов нашел иконописца, которого он назвал Богомазом, ну и впоследствии написал, что поскольку я в зеркало не гляжусь, не знаю, как я выгляжу, но говорят, что похож. Do you not recognize Suvorov? Think rural Russian artists cannot do portraits? Well, let's check out some works done by foreigners. Этот портрет выполнен в 1799 году австрийским придворным художником Йозефом Крейтингером. На нем Суворов подозрительно похож на австрийского эрцгерцога Карла. We also have this profile by Nordblin from Poland, this graphic portrait by Camporetti from Italy, and this bust by Lebrun from France. As you see, the Suvorov we all know is nowhere to be seen. Moreover, these Suvorovs look like entirely different people. У вас здесь, в музее Суворова, очевидного представления, как он выглядел, все равно нету. Этого не знает никто. In addition, the famous Suvorov order issued by Stalin portrays Cherkasov, an actor who played him in the 1941 movie, instead of the real general. I suppose it's time to start our historic investigation. The RAS Anthropology Institute in Moscow. It has a unique laboratory, which applies Professor Gerasimov's method of facial reconstruction to restore the faces of historic figures. They have already done Ivan the Terrible and Fyodor Ushakov. However, in Suvorov's case, we only have the portraits. Как вы думаете, сможете восстановить образ Суворова по этим портретам? Вы знаете, задача не из легких. Дело в том, что надо обладать изрядной долей воображения, чтобы из этих трех людей узнать одного человека. И если мы посмотрим на портрет, который справа, лоб выпуклый, а в центре портрет на чеканной монете наклонный. То есть мы видим как бы два взаимоисключающих и абсолютно противоположных варианта. При том, что оба портрета прижизненные. Ну, что тут сказать. Левый портрет вообще не нуждается в комментариях. Даже школьник не узнает в нем Суворова. It seems that restoring Suvorov's appearance using his portraits is an impossible task. However, the archive of the Suvorov Museum has another artifact that's going to help our investigation. It's important to note that many people dreamed of seeing Suvorov with their own eyes. The ever-victorious general was, as they would say it now, an idol of all of Europe. Some thought he was a sorcerer, and everyone agreed he was a god when it came to warfare. And that was even before his main feat when he led 20,000 soldiers through the Alps for the first time in history.
They had to cross sheer cliffs and canyon traps like this one, where water and cold could only make each other more deadly. Unlike modern day climbers, they had no safety ropes. Opa! They did it while carrying autocannons and muskets, as well as walking their horses. In addition, in order to survive, they had to keep moving even at night. Вот чтобы вы понимали, что такое перемещение многотысячной армии по узкой горной дороге. Вот, допустим, я иду сейчас во главе колонны в авангарде. Мне нужно добраться до моих друзей, которые находятся в конце, в арьергарде. Так вот, в случае суворовской армии, путь от первого до последнего занимал иной раз 3 дня. Once again, it was 1799, 13 years before the Battle of Borodino and the Fire of Moscow. Nobody anticipated the horrors of Napoleon's invasion. Europe was being tormented by the French army with no hope of defeating it. It was at that time when the sworn enemies of France, England, and Germany asked the Russian Emperor Paul for help. There he is on the throne. Paul summons Marshal Suvorov and puts him in charge of saving Europe. Two 200 years later, the stories of that campaign resemble a fairy tale, where only that mighty knight, living in the middle of nowhere, can save the day. But that was the case in this war. The saved Europe, the defender of the enlightened world, and the future liberator of Italy, Switzerland, and Austria, was living peacefully in his wooden cabin in the village of Konchatskoy, the Novgorod province. Известно, что Саша Суворов родился слабым ребенком. Для того, чтобы стать солдатом, ему нужно было укрепить свое здоровье. Он бегал по России, любил спать на полу, на соломе. Суворов got used to fighting for his life when he was a kid. That's why he was able to cross the Alps at the age of 69 and bring an entire army with him. His childhood habits of running in the dew and sleeping on hay came in handy in the army. Suvorov set off to the front line from this very cabin. The depiction of this famous moment hangs above the entrance of the local Suvorov Museum. Peasants surround the general to say their goodbyes. They're simple people, easy to trick, but extremely hard to defeat. Как вы считаете, о чем думают выезжающие сейчас в Швейцарии? Ну, не на войну, конечно, а в командировку. Правильно. Суточные. В наше время суточные в Швейцарии – это $71. Чтобы хоть как-то сравнивать эти деньги с деньгами времен Суворова, будем переводить их на золото. $71 – это 2 грамма золота. А теперь давайте разберемся с суворовским походом. На войну нас позвали австрийцы, значит, им и плати суточные. В то время австрийскому солдату в день полагалось 2 фунта хлеба, это около килограмма, плюс дополнительные деньги на мясо и, наконец, просто деньги, это 5 крейсеров в день. И вот тут, внимание, что предлагали платить австрийские власти нашим солдатам? Никакого мяса, никакой наличности, максимум просто хлеб. И это был первый момент, когда союзники повели себя не по-человечески. And even though our commanders managed to resolve the issue later, a lot of time was wasted. The soldiers lost about 45 days sitting idle. Only now we understand the real scale of the price our army paid for the avarice of our friends. Had Suvorov braved the Alps in the middle of August, instead of late September, the troops would not have ended up starving and cold. But we'll get to that later. For now, the campaign was just beginning. Прощай, милая родина. В тебе оставил я все, что есть в мире для меня драгоценнейшего. Дела бранные ведут в земли чуждые, далекие. Мы все одно чувствовали, и все поклялись отомстить врагу общего спокойствия. The morale of our troops was pretty high on their way to Italy. Many took their wives along with them. Gryazev was entitled to a servant, but preferred to take one of his peasants instead. What's even more surprising, he took all of his dogs on this Alpine march. The whole campaign felt like it was a tour across Europe.
We were seen as liberators. The locals kept offering our soldiers their best meals. That's what the morale was like before climbing the Alps. Yes, there were battles and deaths, but the victories were making it all worth it. The movie Suvorov depicts this victorious march. In the 4 months from April to August, we liberated the entire north and west of Italy. There's another thing that should be mentioned. Originally, Suvorov did not intend to march through the mountains, but the Allies once again interfered with his plans. Вот туда, на север, в горы, Суворов не собирался. В его планах было повернуть налево, на запад и двигаться на Париж. Тем более, что до Франции оставался всего-навсего один переход. Но сначала союзники вынудили полководца сделать паузу в его победоносном марше, а потом и вовсе заставили все-таки уходить в Швейцарию, несмотря на то, что на дворе была уже поздняя осень, и идти в горы было просто опасно. Upon crossing the Swiss border, Suvorov's army arrived at the town of Ponte Teresa, we visited before. From there, the troops headed to the north. We're going to keep following their tracks. In the Alps, the further north you go, the steeper the cliffs get. A question arises, why did Suvorov agree to march through the mountains? Here's why. Upon crossing the Alps, he was supposed to meet with the second part of the Russian army, led by Rimsky-Korsakov, and march towards Paris together. But here's another question. Russian troops have always fought on flat lands, so why make them cross treacherous mountain passes? В этом месте маршрут Суворова описан мало, потому что никакого экстрима на этом этапе не было. Дорога в том месте, где мы сейчас едем, существовала и 200 лет назад. Обычная горная дорога. So you're saying that Suvorov did not initially plan what would later be called the heroic crossing of the Alps. It ended up being heroic due to the circumstances. Городок Таверны – это знаковое место на пути Суворова. Именно здесь выяснилось первое большое предательство. Верхи проблемы. Скажите, какие проблемы начались у Суворова здесь? Здесь австрийцы должны были предоставить 1500 мулов, но предоставили только 650. Из-за этого казакам пришлось слезть со своих лошадей, и лошадей использовали, чтобы транспортировать необходимые запасы. It was in Taverna when Gryazov would write, "The German villainy has revealed itself in all its nakedness. We have not found any reinforcements, appropriate rations, mules, or guides here. And we were promised all of those things." One way or another, the army had to proceed. The main issue was the autocannons. Suvorov had to decide what to do with them, how to carry them through the mountains. Вот эта пушка, единственная вернувшаяся в Россию суворовского похода и дожившая до нашего времени без изменений. Хотя, строго говоря, это конкретное орудие, оно французское, но поскольку наши войска ее честно отняли в честном бою, значит, все. Пушка это наша, и наши войска использовали ее в своих целях. Но все мы понимаем, что такую тяжелую артиллерию в горы не потащишь. Вот тогда и было принято решение для перехода через Альпы использовать вот такие легкие итальянские пьемонтские орудия. When our documentary team was preparing to set off on this journey, we decided to bring the autocannon along. We're not just following Suvorov's tracks. We also have our own autocannon, and muskets, and authentic uniforms. We even have the shoes I mentioned earlier. They've been fine so far,
We cannot say the same for the autocannon, though. It caused us as much trouble as they caused General Suvorov. Ну что, пришло время признаться, что пушка наша, честно говоря, не чугунная, но разбирается она точно по такому же принципу, как те самые суворовские. И вот тут возникает вопрос, а зачем вообще, зная, что придется идти вот в такие крутые горы, взяли с собой вот такое сложное, мягко говоря, неповоротливое орудие? Загонь забитая? Ну, во-первых, они взяли всего 25 таких пушек. А как без них? Кстати, французы со своими пушками не справились. И часть из них утопили в озере, чтобы русские не смогли их захватить. Но русские говорят, что они в итоге захватили эти пушки и стреляли из них по французам. Technically, the autocannons were made of bronze instead of cast iron back then. That, however, did not make them any lighter. Как ее зовут? Бьянка. Лошадь зовут Бьянка. One horse, named Bianca, is going to take part in our experiment today. We're going to use her as an example to explain how horses carried autocannons. All right, let's hang this wheel on her back. All right, we can walk a little now. По этой местности, в горах, по такой вот мягкой поверхности, которая покрыта мхом, очень сложно передвигаться на лошади. И особенно сложно все это перевязывать, так как лошади застревают. И вот вы обратите внимание, видно, чем выше, тем более узкой становится дорога. А когда здесь бывает скользко, если посмотреть сюда, можно увидеть, что камни скользкие. Так вот, когда здесь влажно, становится реально опасно. Despite the fact that, unlike us, Bianca the horse was born and raised in these mountains, she seems to dislike our alpine adventures. At some point, the owner of the horse rushes towards us to warn that Bianca was going to break loose. He said we'd better hide instead of trying to catch her. Now it's clear what kind of animals Suvorov had to deal with. So now, let's do a little recap. Our army has just arrived in Switzerland. It has not yet begun fighting, but is already neck deep in problems. First of all, there are not enough horses. No horses means no tents, which in turn means the troops are going to sleep on the ground under the open sky. That is the second issue. It also means there's not enough food, which leads to starvation. And that is the third issue. And the fourth issue was shoes and uniforms. Как вы думаете, что делали наши солдаты по приходу в очередной крупный город? Правильно, шли по магазинам, по обувным. Дело в том, что новая армейская обувь уже в Италии стала разваливаться. Хотя я не уверен, выдержат ли современные башмаки пробег по России больше 1000 километров, а потом по Европе еще несколько тысяч. А ведь это солдаты, которые идут в поход без сменки. The higher we climb, the more our shoes become an issue. We saw that in the Soviet movie Suvorov and in the pictures exhibited in the museum. Most of the soldiers are wearing some kind of foot wraps. Later, we are going to sew these rawhide and straw shoes in the middle of a forest. But first, let's focus on the uniform. На улице выпал снег, так что погода вполне себе суворовская, альпийская. Что ж, самое время показать, во что были одеты наши солдаты. Вот такие льняные трусы. И сподние, да. Рубашка такая же льняная. Нательная. Обращаю ваше внимание, особенность кроя. Вот здесь вот такая мотня. Для чего она? Для удобства ходьбы, широты шага. Mikhail Presnukin, a Suvorov-era expert, explains that both the shoes and the uniform were uncomfortable. They had too many details. Take these leggings, for instance. They needed to be fastened by a small belt. Для того, чтобы они не спадали. Да. Next, I put on the culottes. We would call them breeches. Tuck the shirt in and proceed to deal with the shoes. А солдатская и офицерская форма, вот на этом уровне они отличаются? Ну, только качеством ткани. These gaiters could go on top of the shoes. They're also far from being comfortable. One has to button them up, tie the lace, and then button up another item of clothing. This time, it's the vest. Специально делали такие дуги, или мне достался неудобный? Как же вывать в таком? Главное, красиво в карауле стоять. Next, we put on the necktie. It was also worn as tight as possible. А галстук, это скорее шарф, или он больше из эстетических соображений? Из эстетических, грубо говоря, он скрывал вшей, влезавших на шею из прически.
Но после введения париков и пудрения волос в русской армии Павлом Первым очень много шей разводилось. Солдат, вот они просто вылезали на кожу, было видно. Поэтому делали, старались сделать высокие галстуки, высокие парики, воротники, чтобы скрывать этих шей. Головы наши остригли под гребенку, облили вонючим салом. К вискам привесили огромные пукли, аршинную косу прикрутили вплоть к затылку и осыпали мукою. В таком карикатурном наряде я не смог равнодушно видеть себя в зеркале. И от доброго сердца захохотал, несмотря на головную боль, происходящую от стянутия волос, вонючего сала и от крепко стянутой галстуком шеи. They say there have been cases of mice climbing these lard-soaked, flour-coated braids. And that's not even the worst. In order to make soldiers look more presentable, officers had them paint their teeth before parades. I'm pretty sure that today no reasonable person would agree to powder their hair with flour. The thing is, Paul I copied the new uniform from the German one. However, the military still preferred the old model introduced by Yekaterina, sometimes called the Potemkin or Suvorov uniform. Paul was annoyed by their preference. Почему мундир вставишь? Где косицы и букли? Устал ли дальше? Ну, собственно, самое главное. Часть обмундирования – это мундир. Летом его тоже надо было носить? Летом, да, носили. И зимой, летом один и тот же мундир. Same jacket all year round. The reason is clear. A good soldier is cheap, but looks expensive. Cost effectiveness was the reason soldiers had shoes instead of boots, breeches instead of pants, and leggings instead of stockings. If they only knew that the troops would have to fight in the mountains in these outfits. Meanwhile, we're ready to equip our bags. First comes the ammunition bag. The belt goes into the shoulder loop. Собственно, для этого погоны изначально были изобретены. Для того, чтобы крепить сумку. Да, чтобы она не болталась, не сползала. Next goes the ration bag, containing a couple of days' worth of rations. A travel bag with spare foot wraps and leggings. And a mess tin with a cup-shaped lid. Clearly, the soldiers were not carrying around alcohol like they did in the Second World War. The only thing that they would want to warm them up was their cloak. И как бы дополнение... Это япанча, солдатский походный плащ в скатке. Секундочку, мы вот так надеваем. Да, нужно через правое плечо на левом боку. Теперь можно надевать или походный головной убор. Вот это походный головной убор. Да, фуражная шапка. Curiously enough, you'll not find this hat in any painting. It does not look heroic enough. I'm going to put on my grenadier hat. In order to make the filming more authentic, we decided to test the entire range of the period Russian ammunition while we were in Switzerland. While I was walking around dressed like a grenadier, our producer and interpreter were getting used to musketeer uniforms. One of our cameramen was dressed as a ranger. Note that his outfit is not as vibrant as the rest. That's because the rangers were basically snipers. In addition, we had a set of Cossack clothes for horsemen. However, only my outfit was combat and landscape approved, and the landscape was treacherous indeed. We traveled to the Panix Pass, the most dangerous part of Suvorov's route. It is the Panix Pass that is depicted in Surikov's painting. Первое, что касается головного убора, конечно, это была большая ошибка, когда на складе Павловской формы в Москве я взял вот такую гренадерку без парика. Парик выполнял роль шапки-ушанки, поэтому время от времени, чтобы не замерзать, я делаю вот такую штуку. Next up, the necktie. It's pretty nice. Apart from hiding the lice, it also offers decent wind protection. The vest and shirt take so long to button up that I have not taken them off for 3 days. It was pretty annoying at first, but I'm used to them now. Without a doubt, the most useful thing in this cold is the jacket, despite the fact that it also has those nasty buttons. At least, it's warm like the cloak. By the way, this cloak is basically the predecessor of the raincoat tent. Ну и
наконец, обувь. Напомню, в нашем эксперименте участвуют стандартные армейские штиблеты и ботинки. И самое главное, что удивило, что вот сюда снег практически не попадает. Штиблеты защищают. И вторая нога. Здесь у нас поршни. These rawhide shoes were a blessing, especially compared to the military shoes that were coming apart. It's worth explaining that I had a new pair of authentic military shoes manufactured by the prop shop. And it's not like the cobblers did not put enough effort. No, they're the masters of their trade. The issue is that during Paul's reign, military boots were manufactured using wooden nails instead of metal ones, because they were much cheaper. This made the heel come off after a short while. Here's what Grenadier Nikolai Gryazev, who participated in the Alpine March, wrote in his journal, following an outraged paragraph describing him eating leather for the first time, because there was no other food. Кожа нужна была и для другого предмета. Многие чувствовали недостаток в обуви, и сбережение своих ног предпочитали сытости желудка. Почему, отрезывая лоскутки кожи, обертывали ей свои ноги, по примеру? Некоторые из офицеров должны были прибегнуть к всему же средству, дабы сохранить свои ноги от острых камней и повреждений всякого рода. Вот в каком бедственном положении находилась вся наша победоносная армия. Итак, у нас есть кусок свежей свиной шкуры, и у нас нет обуви. Давайте попробуем найти выход из этого безвыходного положения. Ну, безвыходных ситуаций не бывает. This man grew up in the Volga Taiga. Grigory Sokolov is not a regular survival expert. He's mastered the survival technologies of the 18th century. Для начала нам нужно избавить кожу вот от этой внутренней части, которую, в принципе, можно даже употреблять в пищу. И тем самым добыть дополнительное пропитание. Делается это довольно просто. Берем и аккуратненько срезаем все лишнее сало. Сало лишним не бывает, как мы знаем. Next we measure the foot. Note that the coarse part of the hide goes on the outside. Пока кожа свежая, она имеет свойство тянуться. И потом она уже в процессе стягивания шнурков, она принимает полностью форму ноги. Дальше, вот самое, из-за того, что кожа сама сыромятная, она не пропускает сквозь себя воду. Если она дубленая, то эти все взаимосвязи, они все саморазрушены, и она начинает воду пропускать. Такая обувь, она как раз вот может идти по лужам и не бояться пропанчить себе ноги. After that, Grigory removes the extra leather. We're not going to throw out the scraps. We can either use them as laces or eat them. Ну вот к вопросу о качестве будущей обуви. Берем этот шнурок и пробуем его порвать вдвоем. Вот это сделать практически невозможно, так что обувь у нас будет вполне себе крепкая. The final touch. We poke holes in the leather and put the lace through them. We start pulling it from the heel. Пятка у нас будет держаться за счет вот этих самых шнуров. Вот этих самих. Вот вперед. Если бы на босую ногу, то все уже, в принципе, уже обувь готова. Но нам уже еще что-то надеть чуть-чуть, чтобы тепленькое было. В конце концов. Подложить туда сено, портяночку. Итак, что мы имеем в результате нашего эксперимента? Ну, во-первых, целый шмат сала. И второе, главное, обувь, причем прекрасная зимняя обувь. Осталось ее испытать. Давайте пройдем по снегу, ну, хотя бы до нашей редакционной машины. Обращаю ваше внимание, что у меня только на одной ноге обычные ботинки и штиблеты, а на второй, тут хочется сказать, лапти нет. Правильно говорить в этой ситуации поршни. Так вот, именно в таком виде, не шинелью, а с япончой, не с ружьем, а с мушкетом, не с саблей, а с тесаком, не с фляжкой, а с манеркой, и самое главное, не в штиблетах и ботинках, а в поршнях шли наши солдаты покорять Альпы. We mentioned earlier that these rawhide shoes proved to be pretty reliable. They survived long walks through ice and snow. Третий день я уже хожу в этой обуви из кожи и сала, и был уверен, что давным-давно кожа должна стереться. Но нет, она прекрасно держит. Более того, время от времени нам приходится ходить по камням. Так вот, она не стирается даже на камнях. Один недостаток у поршней. Скользкие они.
постоянно падаешь. Вот, например. Even though I had a pair of hiking shoes just in case, our journey across the secluded landscape was not much easier than Suvorov's march. They had to carry their arms, and we had a whole lot of equipment, including cameras, microphones, and lamps. At first, we were also carrying an 11-pound camera tripod, a glide track to capture panoramic shots, which also weighed 11 pounds, as well as some extra food and clothes. However, we were overburdened, so we had to hide those in a snow pile. In the end, we took only what was truly necessary. Вот к вопросу о суворовской смекалке. Как мы снимаем наше кино? Вместо дорогостоящих штативов используем вот такую дешевую бамбуковую треногу, на которую кладем шапку или перчатку, и все. Можно разместить фотоаппарат и проводить съемку. И вот так. Можно поправить, только надо, и все. Отлично. Дорога трудная. Горной козе в пору. The Swiss claim there are only two man-made objects that can be seen from space, the Great Wall of China and the Tremola Road. The latter is this serpentine road leading to the most important mountain pass of the Swiss Alps. There is a tunnel underneath, which is the longest tunnel of the Swiss Alps, and the Alps in general. However, we agreed to follow Suvorov's tracks, so there are no tunnels for us. Moreover, we're interested in this particular mountain slope because the first major battle between the Russians and the French took place here. Неприятель всегда имел преимущество над нами, но сии ужасы не остановили нашего стремления. Мы взлетали, как орлы, на оставляемые им места и теснили его далее и выше к небесам, где иногда действие прерываемо было бродившими облаками, скрывавшими от нас своей непроницаемостью врагов наших. Вот если вы хотите понять, как выглядела классическая суворовская атака, пожалуйста, на этой картине русская армия времен Альпийского похода во всем ее многообразии. Итак, вот это на первом плане. Кто у нас? Дальше в дыму. Егеря. На левом фланге. Гренадеры. И были еще казаки. Объясните, пожалуйста, вот как они вот здесь, на передовой, общаются с французами, лоб в лоб стоя. Суворов заставлял своих солдат учить французские слова «блезарм», «пардон», то есть «сдавайся», «бросай оружие», чтобы французы понимали, что им делать. All right, let's clarify the layout. The Serpentine Road takes us to St. Gotthard Pass. The French held it for quite some time. Suvorov's army was approaching from below. In this situation, storming the pass head-on meant sending the troops on a suicide mission. This is why General Suvorov was hoping to find a way around it. Later, he'll discover that there is no other way. Поднимаясь таким образом беспрерывно на высоты, нам казалось при всякой, что достигаем уже конечной. Но за ней следовала другая, еще крутейшая. И так далее, и далее. Мы постепенно приближались к самым небесам, пока, наконец, неприятель избрал самую острую и утесистую высоту. Но той же храбростью и неутомимостью нашего воинства, помогая один другому восходить на каменные утесы и голые скалы, его сбили и принудили ретироваться. Вот сейчас мы находимся на перевале Сен-Готтард. Помните, о чем говорил Грязев, что битва за перевал – это битва за каждую конкретную гору, за каждый камень, за каждую скалу. Вот сейчас как раз давайте представим обратную ситуацию, что я уже не русский солдат, а наоборот, француз. И моя задача – удержать вот эту позицию. И вы же понимаете, что у наступающих снизу нет никаких шансов на успех, потому что отсюда я полностью контролирую весь подъем. Враг отсюда, как на ладони. Так, русский наступает. И что? Первый убит. Второй убит. Дальше следует выстрел из пушки. Убиты все. Но это в теории. В случае с Суворовым победили они, те, кто шел снизу. И еще, чтобы вы понимали, битвы за этот перевал случались в Швейцарии и раньше. Но никто и никогда, кроме Суворова, не смог взять этот перевал вот так, напрямую, в лоб. Остальные использовали обходные маневры.
It's not like Suvorov was such a ruthless commander, he sent his troops to storm a mountain head-on. Let's take another look at his plan. Suvorov was actually going to perform a backdoor maneuver as well. Part of his army, led by his deputy, as we would call him now, Rosenberg, was sent to find a way around and attack his enemies from the back. However, Rosenberg's troops got stuck, but had no radio or cell phones to report the delay. In the end, Suvorov managed to conquer the St. Gotthard Pass with only half of his men. Что ж принадлежит до неприятельских пленных, то мы он их в всем сражении не имели. Ибо штык и приклад разрешали нас от всей излишней тягости сопровождать их за собою. Хотя такая жестокая мера была выше правил человека в отношении к своему ближнему, но необходимость, но наше звание переставляли нас за черту всей священной обязанности. И мы, так сказать, невольным образом преклонялись к всему ужасному убийству. The battle for St. Gotthard is one of the key scenes in the movie Suvorov. While giving his soldiers a pep talk, the general says his famous phrase, "Bullets are dumb, bayonets are your best friends." However, few of us know the entire thing, but Gryazov knows because he was there. Стреляй редко да метко, штыком кали крепко. Трое наскочат, одного закали, другого застрели, а третьему корочу. Пуля дура, штык молодец. And now let's look at the battle through the eyes of the Swiss population. You live in a small village, and there were no major cities around in Suvorov's times. And suddenly, a 20,000-man army arrives with that shoot-one-stab-the-other attitude. It's only natural to begin thinking about sabotage. However, there is this monument built at the highest point of the most important pass in the Swiss Alps. Человек, который является швейцарцем, ведет русскую армию и главу русской армии господина Суворова через всю Швейцарию. The man's name is Antonio Gamba. We know that he used to be in the military before becoming a merchant, but the mere fact that he is Swiss is crucial. A Swiss man guiding Suvorov across Switzerland and doing so voluntarily. Switzerland is pretty proud of that man. St. Gotthard Pass has a museum. Alex Dahl told us to find the art catalog and look for the pictures by the artists of old. Here's what we found. There's a picture entitled, "The French Robbing the Nidwalden Canton." Here's another picture of the French harassing the locals. And here's another one. However, there's no trace of the Russian occupation. Perhaps the reason is that the famous dumb bullet pep talk had another part. Captain Gryazov must have heard it. Жителей не обижай, просящего пощади и помилуй. И хотя другого варианта у Суворова не было, штурм перевала в лоб дорого обошелся нашей армии. Из 20 тысяч солдат 1200 были убиты, многие из них похоронены здесь, в этой капелле. Эта часовня поставлена здесь, на Сент-Готтарде, в память о русских солдатах, которые отдали здесь свою жизнь. Кстати, несколько лет назад сюда были принесены останки еще двух ваших воинов. Раньше они находились в спецхранилище в Цюрихе. И вот теперь, стараниями российского посольства, их похоронили вместе со своими братьями. More than 1,000 soldiers were killed and injured. And that was only the first battle of the Swiss campaign. At this point, Suvorov still believed that the Russian armies were still capable of winning in Europe. He was still planning to take Paris. He was aware of the fact they would have to fight for the Devil's Bridge, and the battle would be bloody. However, he could not even imagine that the worst, the most horrible part would come later, after St. Gotthard and the Devil's Bridge. А ведь настоящие победы и настоящие сражения были еще впереди. И переход Суворова через Альпы, где не будет уже ни троп, ни дорог, только начинался. Но об этом во второй серии.